этого Лазурного берега. Мы в Монако, и эта схема чересчур консервативна. Согласен, Костя? Ну, посмотрим, как она будет выглядеть на поле. Они десятка. Потому что десятка — это игрок, который, как правило, мяч разыгрывает. А девятка — это тот, который атаки завершает. Этого Лазурного берега. Мы в Монако, и эта схема чересчур консервативна. Согласен, Костя? Ну, посмотрим, как она будет выглядеть на поле. Десятка, а не десятка. Потому что десятка — это игрок, который, как правило, мяч разыгрывает. А девятка — это тот, который атаки завершает. Этого Лазурного берега. Мы в Монако, и эта схема чересчур консервативна. Согласен, Костя? Ну, посмотрим, как она будет выглядеть на поле. Десятка, а не десятка. Потому что десятка — это игрок, который, как правило, мяч разыгрывает. А девятка — это тот, который атаки завершает. Этого Лазурного берега. Мы в Монако, и эта схема чересчур консервативна. Согласен, Костя? Ну, посмотрим, как она будет выглядеть на поле. Десятка, а не десятка. Потому что десятка — это игрок, который, как правило, мяч разыгрывает. А девятка — это тот, который атаки завершает. Этого Лазурного берега. Мы в Монако, и эта схема чересчур консервативна. Согласен, Костя? Ну, посмотрим, как она будет выглядеть на поле. Десятка, а не десятка. Потому что десятка — это игрок, который, как правило, мяч разыгрывает. А девятка — это тот, который атаки завершает. Этого Лазурного берега. Мы в Монако, и эта схема чересчур консервативна. Согласен, Костя? Ну, посмотрим, как она будет выглядеть на поле. Десятка, а не десятка. Потому что десятка — это игрок, который, как правило, мяч разыгрывает. А девятка — это тот, который атаки завершает. После рикошета мяч уходит в аут.
Эта схема чересчур консервативна. Согласен, Костя? Ну, посмотрим, как она будет выглядеть на поле. Они десятка. Потому что десятка — это игрок, который, как правило, мяч разыгрывает. А девятка — это тот, который атаки завершает. Этого лазурного берега. Мы в Монако, и эта схема чересчур консервативна. Согласен, Костя? Ну, посмотрим, как она будет выглядеть на поле.